Утро доброе, плац. 70-е или 9-е. Нормально, солнечное утро. Отличная погодка. Первый гимн. Вторник, завтра открытие. Горизонт. Вечная страна. Ну, это нормально. Утро. Веревочный, 10 утра. Веревки. Блин, забыл, как называется. Это самая длинная полоса, на которой съезжать. Троллей. На тралле. Троллей. Как троллейбус. Прикольно, 2 часа сюда люди пойдут. Тут весело на ней. Руки до мозоли для крови можно растереть, если захотите. Фух, кто-то что-то палит. Сожали. Так что не волнуйся. Маргарита, догоняйте. Ведем детей на веревочный. Посмотрим, как они тут справятся. Шкета, ты шнурки завяжи. Так, кому-то люли-люли. У люли-люли. Дети. Сколько мы уже спустили? Детей 15. И еще. Он ползает, как муравьи. И еще человек 10 стоят. На одеваться. Ну, это нормально. Молодец! О, как девки пляшут. Тетка Юля проходит самое сложное, что тут есть. На мой взгляд. Это моя нелюбимая часть. Я вообще не люблю эту штуку. Сейчас кого-то на плечи возьмут. Но он наоборот держит, чтобы не шаталось. Сейчас кого-то на плечи возьмут. Экстремальный момент. Голодные игры 3. Молодец. Попал. Не больно. Эй, не кидай шишками. Он сам сказал. Не надо кидать шишками. Подождите, отойдите, девочки. Ну что, с обновлением? Ты думаешь, обновление, это... Поздравляю! Спасибо. Молодцы! Да один снимай! Круто! Спасибо. Да пускай один снимай! Так, а теперь перетянули. О, Аленка все сделала, да? Молодец! Дети, жесткая тема. Все сорванцы за всеми последить. Пенька надавать. Ну, молодцы, прошли все. Отбой. Сейчас будет спуск на трули. На трали. А сейчас смотрим, как Юля спускаться будет. Готова? Нет. Все говорят нет. А ты готова? Конечно. Блин, где ты делаешь? Оп! Вот так вот. Сегодня репетиция открытия. Yes.
закончилась репетиция. Сейчас будет сирена 6.10. Будем делать кач на всю страну. Это у нас сирена тренировочная. На случай пожарной, либо какой-либо опасности. Будем смотреть, чтобы люди все помогли.